ушла из сердца боль. Исчезла речка вдали, мчалась юность. Почему же нет? По-моему, у нас в каждом городе замечательно.
Она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я, любимой, говорил.
Спасибо. Ну что, замечательно, вы исполнители на самом деле. Я всегда говорю, что мы на сцене не потому, что мы такие прям крутые певцы, а потому что профессию для себя такую выбрали. Вообще каждый мог занять это место. Но, девчонки, продолжаем тему электрички. Yeah.
все эту песню знают, молодежь, конечно. Молодежь не все. Друзья мои, вы знаете, вот сегодня праздник Бэкси, а еще у Светки Соколовой день рождения. Да вовсе со Светкой сидит, еще и комбинатор, у Бэкси день рождения. Давайте вместе все это праздновать. Светка Соколова.
культурных конкурсов Ольга Ромберг и Алина. Дорогие друзья, как не хотелось бы с вами прощаться, у нас есть еще одна песня для вас на самый конец. Она не в 70-х годов, она в забытых 70-х, но мы ее нашли, откопали, и теперь она вот так вот красиво звучит. «Бирюзовое колечко» для вас! Поехали! Всего-всего самого мирного неба над головой и солнцем. Хорошей погоды.